Ходят слухи, что артист сильно разозлил рэпера, и его дни в Black Star могут быть сочтены. Поговаривают, что Егор Крид закрутил роман с девушкой брата Тимати. Появилась информация о том, что певец встречается с моделью Любовью Лишневской, избранницей младшего брата рэпера Артема Юнусова. Якобы, таким образом артист подложил свинью Тимати. Блондинка же прославилась, снявшись в клипе Егора Крида «Слеза», где сыграла его возлюбленную. Судя по всему, Лишневская никак не может забыть совместную работу в кадре с исполнителем. Недавно она опубликовала в соцсети нарезку из самых откровенных сцен ролика, а ведь снят он был еще в прошлом году, сообщает Vista News.ru. Пользователи сети сделали вывод, что Любовь тоскует по Егору Криду, а может быть, даже изменяет брату Тимати с певцом. К таким же выводам мог прийти и Тимати. Якобы это именно поэтому рэпер не на шутку разозлился на подопечного и собрался с ним расставаться. Кроме того, есть версия, что Тимати хочет выгнать Егора Крида из Black Star, а также оставить себе псевдоним исполнителя, потому что тот подставил родной лейбл, внезапно отказавшись выходить на сцену на музыкальном фестивале в Абу-Даби. Егор Крид заявил, что у него нет настроения, и он останется в гримерке. Ранее ведущая Алена Водонаева прокомментировала новость о том, что экс-возлюбленная певца выходит замуж за топ-менеджера «Газпром Медиа». Она отметила, что все бывшие избранницы Егора Крида связали жизнь с мужчинами, не похожими на артиста. В качестве примера Водонаева привела Нюшу, Ксению Дели и Дарью Клюкину. В начале февраля бывшая участница шоу «Холостяк» объявила о том, что выходит замуж за бизнесмена Владимира Чопова.